Привитос, амигос, вчера не спал всю ночь, смотрел UFC 200, юбилейный выпуск UFC, в честь которого даже натянули на покрытие золотистого цвета канвас, ну, по-моему, редкостного цвета такой детской неожиданности, скорее смотреть было на него не очень привычно, не очень приятно, но не суть. В честь юбилея подтянули рейтингового бойца Брока Леснера, у которого рейтинги просто зашкаливают, потому что он в Америке не въебически известный рестлер. Вот, но в общем и целом, конечно, лучше бы я спал, потому что бои были на редкость дерьмовые. Просто, блядь, самые незрелищные бои показали на UFC 200, я не знаю, может, матчмейкеры должны были как-то по-другому бойцов подобрать, может, надо было как-то сказать, что, пацаны, давайте как-то рубку покажите, не надо ваших вот этих выебонов. Но, к сожалению, дрались в этот день бойцы, у которых цель любой ценой добыть себе победу, постоянная возня, набивание очков. Вот Джузе Альдо дрался, блядь, набил очки себе, все посчитал в уме. Ну, на победу хватает, и в последнем раунде просто под конец перестал драться, начал бегать по рингу от своего противника. Мне кажется, за такое поведение бойцу уже не должны давать победу, даже если он реально по очкам там что-то где-то побеждает. Но если ты умеешь считать удары, иди преподавай математику в начальных классах, не надо выходить со своим вот этим талантом в ринг. В ринг должны выходить люди, которые идут драться, поэтому Жозе Альдо не зачет. Получил ты от Макгрегора по еблу на 15-й секунде и правильно сделал. Дальше был бой, несостоявшийся бой Джона Джонса и Дэниела Кармье. К сожалению, Джон Джонс попался на допинге, мельдоний, наверное, ёпте. Вот, поэтому заменял Джона Джонса Андерсон Сильва. Андерсон Сильва легендарный уже боец, ветеран. И, в общем-то, в этом бою у него могли быть все шансы, хотя он обычно выступает в весах полегче. Выступал... Но вот теперь его срочно подтянули на замену Джону Джонсу в бой с Крисом Кармье. И это было какое-то, сука, позорище. Глаза бы мои такого боя не видели. Дэниел Кармье даже не пытался драться в стойке. Он постоянно переводился в партер. И это была возня, возня, возня. Блять, снова возня какая-то. Бля, вообще, это просто украденные 15 минут моей жизни. Это просто... Я никогда, блядь, ни в каких боях больше не буду болеть за Кармье. Поэтому сейчас я возьму Андерсона Сильву и хорошенько нападам по его черной... Ну, это констатация факта, по его смугленькой заднице. Тем более, что я тоже играю черным спортсменом. Я не расист. Эй, нига, нига, ты чё на... Сейчас я устрою тебе нигер момент. Ну, здесь старые данные еще. На самом деле, Андерсон Сильва сейчас, насколько я помню, 41 уже. Вот, так что он, ну, такой он уже ретро-боец, но техничный. Техничный панчер, если так можно сказать. Просто он имел невероятно длинную серию побед без поражений, пока в один прекрасный момент не решил покорчить из себя Роя Джонса в лучшие годы и не станцевать прямо на ринге перед своим противником, за что тут же получил по еблу и был выстегнут в первый, по-моему, за долгие-долгие, чуть ли не за всю карьеру, нокаут. Да-да, Дэниел Кармьер. Но Дэниел Кармьер, он, блядь, ну в этом бою он показался. Он, блядь, я... Редко так бывает, конечно, что прям, ну вообще, вот, блядь, и так фаворит, в принципе. И в ударке он там, да, он, когда на ударку все-таки переходил один раз, он там даже попадал по Сильве довольно неплохо. То есть мог бы и в ударочке посоревноваться. На самом деле здесь вот в игре неправильно. Здесь, смотрите, на пол головы. Ну, ощутимо выше Андерсон Сильва. Хотя вот, ну, по-моему, они примерно одного роста все-таки. А тут как-то переборщили уж. Причем, если взять Андерсона Сильва в другой категории весовой, там он, по-моему, поменьше. Возможно, мне кажется. Вот, Дэниел Кармьер, сука, как это делается. Добить, добить, падлу. Сейчас из твоей задницы, блядь, шоколадное молоко потечет. Вы знали, откуда добывают шоколадное молоко? Из задниц вот таких вот негров, которые, блядь, из задниц Мандинга, которые выходят в ринг, блядь, и не хотят рубиться в стойке, как, блядь. Вот можешь же. Почему ты, блядь, не дрался вчера, ублюдок? Почему я смотрел эту скучную возню? Нет, это хуйня какая-то, фальшстарт. Подожди, не считается. Он пробил защиту. Чё за дерьмо? Андерсон Сильва, соберись. Дэниел Кармье должен переводить в борьбу. Какого черта он такой жесткий панчер здесь? Он драться вообще не хотел. И когда ему после боя подняли руку,
Зал просто свистел. Как и в течение всего боя. Зал свистел громче, чем казаки во время набега. Да, смотрите, у него башка просто непробиваемая. У него нос от такого удара должен был в череп провалиться. Что-то он дернул коленом и бить. Опа, вот она была попыточка. Вот она была попыточка. Сейчас я тебе... Ой, блядь, посрачник. Фофана словил Андерсон Сильва. Сейчас я ему попробую... Блин. Пузико его жирное размять, блядь, вот это вот. Опа, какая вертуха хитрая. В исполнении Бразильдоса. Бразилия вообще уникальная страна. Там, походу, когда ты идешь в секцию по каким-нибудь боям, тебе автоматически меняют именно Андерсона, фамилию на Сильва. То, нет, Сильва вообще, это, как мне кажется, как Смирнов в России, самая распространенная фамилия. Это причем по статистике. Не я так решил. Ну так вот, там в боях без правил, если посчитать этих Сильв, там их просто невероятно. Я их даже иногда путаю. Антонио Сильва, Андерсон Сильва, Вандерлей Сильва, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, мы увидим, что Даниэль Кормье может драться в стойке, когда хочет. Когда не строит из себя тёлочку. Знаете, что в этой весовой категории мувсет у Андерсона Сильва просто кастрирован. Нету никаких половины вертушек, половины ударов просто нету. Я не знаю, в чем дело. Но если взять другую весовую категорию, там этот Сильва просто скачет, как этот. Я думал, что я сейчас этого Кормье просто скоростью разорву. Потому что это как... бой должен был выглядеть так, что человек-молния дерется с бомжом, блять, у ларька. Вот такая разница у них должна быть по скорости. Но это не его родная весовая категория, поэтому он, блядь, оштрафован здесь. Макгрегор оштрафован. Ну-ка, давай-ка задушим пидора, нет. Макгрегор оштрафован на силу удара, допустим, здесь. А Андерсона Сильва оштрафанули на скорость. Давай, 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 хуй тебе в нос. В ноздрю в твою, блядь, широкую. Соленого тебе заслать. Ой, какая вообще вертушка зашла. Блядь. Какие медленные руки у Сильвы, это пиздец. Просто невозможно никуда попасть. Посмотрите, ну что это такое? Ой-ой-ой-ой. Оскалешечки, блядь, в пузик ему заслать. Есть же такой удар у тебя, что ты не делаешь? Блядь, как такой пупс, как такой жирный пупс, как Даниэль Кормье, вообще может, блядь, успевать куда-то уворачиваться? Ты вот, жировую оборону себе прокачал, она тебя должна защищать. Все, никаких уворотов. Хуй я тебе, понял? А я тебе под самый нос свой шоколадный ландыш преподнес. Опа, 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 контратака, контратака. Ай, я вам помпу не по яйцам только что дал. По моим бубенцам шоколадным. Полторы минуты до конца этого умопомрачительного, сука, твою мать, боя. Я даже не знаю, кто владеет преимуществом здесь, наверное, он. Дальние атаки руками, конечно, это. Ногами, вернее, это единственное, что вообще усиливает. Да, сидел бы ты в своей весовой. Блять, с такого удара по ребрам, извините меня, это ж не просто вот шлепочек, это, блять, не Mortal Kombat. Это там печень всякая, селезеночка, все это отбивается. Ой-ой-ой. Что, блядь, куда у меня руку? У меня рука в тело провалилась. Нихуя себе, рефери, зови доктора. Блядь, локтями не попасть, нихуя. Да ты у нас блокировщик, смотрю. Так, давай ему попробуем копыта отстегнуть, жирно его. Куда ты нахуй? Сейчас будет пиздить. Да, по колешечкам. Хуеньки. Давай, разрывай, разрывай, разрывай. Скидывай его нахуй. Хуя, хуя, хуя. Супермен панч. Блять, берцовый в ухо и похуй, да? Да похеру. Ай, блять, еще смотри, за секунду до конца боя успел мне по сапаточке воткнуть. Заяц шоколадный, блять, а? С
смотрим лучшие моменты. Лучший момент это лоу-кик, конечно. Ну да, ничего лучшего в этом раунде не было, я согласен. Довольно странная техника выполнения вертушки. Да, такой хрен кого нокаутируешь. Блять, тощие ножки Андерсона Сильвы должны были сейчас сломаться, как, блять, зубочистка, ёптать. Какие-то странные пятна на этом нарисованы, на Кармье. Жалко, нельзя юбилейный канвас было сюда натянуть, чтобы совсем натуражно было. Ну ты ж вытянул руку, да, я тебе въебу-то. Чтоб ты был всегда готов, как пионер. Блять, острым коленом тощей ноги и, бля, я не знаю, у него ебало пополам должно было треснуть. А потом с локтя в то же рыло. Ой, блядь. Ох, жирному не завидую. Да, во втором раунде кто-то начал выхватывать слишком много ударов по еблищу. Какие у Сильвы длинные руки, какие у него длинные ноги. Блядь, у него башка просто, блядь. А вот он мне один раз уебал, и до свидания. Смотри, что началось. Что началось-то? Я ему столько, блядь, впихнул. И ничего, вообще похуй. Блядь, недолет. Ну, у Супермена и тот недолеты бывали. Блядь. Не, кабан получает удар в пузо, блядь, после чего бросается в клинч. Вы такой когда-нибудь видели? Бред. Иди нахуй. Слезь мне. Бля, сука, 100 килограмм. Я помню, был такой боец, Зулу-Зулу. У него был один перк, поймать и лечь сверху. Все, там хватало. Он столько весил, что там даже и бить не надо было. У сеточки что-то мне не очень хочется стоять. Да дай выйти, заебал. О! Сейчас. Это только начало. Заплатишь ты мне за все, пидор жирный. Ох, блять, какие скоростные были удары, и хуй там что оно дало. Почему-то, блядь, добивалка не активировалась у Сильвы. Сейчас, блядь, жирный в плавание отправится. Сейчас, моему, блядь. Твой корабль уже гудит у причала. Добро пожаловать на аборт. Чуешь, палубу закачала. Ох, палубу-то качает. Ебать, подо мной тоже качает. Шторм. Шторм на ринге. Ах, матросы. Свистать всех наверх. Ух, недолет. Мне иногда кажется, что Сильва, он как на... Опа, блядь. На, сука, в почку жирную, блядь. Куда собрался, пидор? Куда собрался? Ай, блядь. Мне кажется, что он как на Дэнди, помните, в Стритфайтере, там у индуса-то, блядь, руки резиновые через весь ринг вытягивались. Блядь, да иди нахуй. Блядь, да, Андерсон Сильва, блядь, в этой категории, как, блядь, я не знаю. Если все равно, что если бы Дима Билан, блядь, пиздиться вышел с Уверимом. Иди ты нахуй. По-моему, он мне своим болтом сейчас просто даст по затылку. Блять, Андерсон... Вот, все, Кармье душит, блять. Андерсон Сильва настолько дрищавый, что он хуй вырвется из этого захвата, блять. Все, я был близок к тому, чтобы освободиться, но хуй там, походу. Пизда, он сдался. Да, Андерсон Сильва въебал тот бой и по делу. Умеешь драться только в стойке, иди в кикбоксинг. Что еще можно сказать? Ну, а мы переходим к бою, который был, ну, не главный бой дня. Главный бой дня дрались какие-то тёлки, я уже спать пошел, не стал досматривать. Главный, наверное, все таки не по рейтингу, а по фанатским, наверное, симпатиям, это Брока Леснера против Марка Ханта. Но единственное, что... В этом UFC нету Брока Леснера, потому что он слишком долго ломался с тем, что ему надо вернуться. Придется переключиться на UFC 1.
Судьи куплены, идите нахуй. Вот так должен был сказать Андерсон Сильва после этого боя. А ты черномазый. Все, я думал, ты мой нига, а ты ни хрена не мой нига. Так дерутся только сучки, ты понял? Ты сучка. Я надеюсь, Джон Джонс вернется, даст тебе по еблищу. Говна ты кусок. Матч Хант-Леснар, в общем-то, был зеркальным отражением боя Альдо Кармье. Точно такое же говно. Один пытался бить, второй постоянно перетаскивал его, сука, в партер. Постоянно делал тейкдауны. Во втором раунде у него это не получилось, зато в первом и в третьем все вышло прям там идеально. Так, здесь немножко другое управление, надо к нему тоже привыкнуть. А, к чертям. Давай, Хант, попади хоть, блядь, в игре ему по рылу. Козлу этому, блядь. Тоже пиздец возвращение, я бы отдал. Если, блядь, ты с такими выступлениями собрался вернуться, то, блин, выступил один раз, иди обратно в рестлинг, серьезно. Это... Я не знаю, я не отношусь к тем людям, которым по кайфу смотреть на борьбу, блядь. Я вот все-таки за рубку в стойке, там более красиво, эффектно, и всем, по-моему, больше нравится. Можно войти в борьбу и сделать быстрый болевой, но когда, блядь, некоторые начинают просто весь бой сводить к голимой возне, это отстой. Я считаю, что в UFC должны как-то бодрее поднимать борцов в стойке, потому что, ну, борьба объективно залу не очень нравится. Когда идет борьба, зал свистит, зал пиздит. Поэтому я как-то... Охотнее, не знаю, смотрел раньше бои по... Ух ты, пиздюк. Вот так и было. Не, ну так не было. Он что-то совсем охуел. Но он здесь помоложе. Вот, я охотнее смотрел все-таки кикбоксинг, тайский бокс там еще. Когда там... Когда он там в 90-е, там Red Devil, когда еще там наш выступал. Кто помнит, тот, когда еще Гилберт Айвел был. Алистер Верим совсем молодой на To Hot To Handle Зенцова нашего там выстегнул, по-моему. То есть было все так. Там как-то вот в те времена я как-то вот, ну, Грейси только, блядь, всякие там боролись по 2 часа, а остальные все на нахуй пяточкой. Блядь, Хан, давай, давай! Ой, вот видите, как в этой части у него корпус покраснел быстро. Вот. Вот, сука, куда попятился. Ой, блядь, ну такая пушка мимо. Марк Хант попал в бои без правил после драки в баре, в которую он одолел что-то там вроде 10 человек, говорят. Ну, глядя на габариты Марка Ханта, осталось впечатление, что он там поборол 7 гномов Белоснежки. Потому что я не знаю, он как-то, ну, в игре он медленный, он и на ринге не особо скоростной боец, я не знаю. Ну, давай, камон, камон, камон. Не самый габаритный чувачок, конечно, но он такой пупс, знаете, он тяжелый. Пиздюк, Леснар, пиздюк. Ну, блядь, вот как в этой части, блядь, с него встать? Я вот просто не понимаю. Из-под него вылезти, что надо нажать-то? Иди в жопу, Леснар, иди нахуй. Вот так примерно бой и проходил. Хант был снизу, пытался бить. Что-то попадало, что-то не попадало. В основном, конечно, не попадало. Вот Хант Сильва, вот это бой. Наверное, один из самых таких драматичных и кровавых боев за всю историю UFC. Но, блядь, ебаные твои вертушки. Ну что же у тебя за мувсет-то здесь такой? Так, у Леснара вроде пузика там не очень... Да ебаный насад. Ну иди же, ну вот, блядь, ну нахуй надо, а? Серьезно, блядь. Пизду таких бойцов без правил, блядь, надо гнать пизду. Нахуй нужно. Вот, но на самом деле, вот так вот такой залупы, залупой такой заниматься разрешают вот только в этих восьмиугольниках UFC-шных. Когда был Прайд, ну как-то я там не помню таких. Ну, были, конечно, там, да. Емельяненко там болевым Марк Ханта побеждал. Но там как-то все, не знаю, по-другому было немножко. На мой взгляд, не было там столько борьбы, блядь. Ебливый. Ну и чё, как А чё, блядь, ты ебанутый? Судья долбоёб. Я ещё закрываю... Иди нахуй, дебил. Я закрываюсь ещё всё на... Блядь, ебанат нахуй. Ты видел, как Емельяненко пиздили? Никто ничего не останавливал. Опять гоблин судит, нихуя не умеет, блядь. Иди нахуй, блядь, вообще пиздит. Чё за судья? Где такого взяли, блядь? Судья продажная, блядь. Просто мудак, блядь.
Иди нахуй в гугле, посмотри, в каких случаях бои останавливает гандон. Я думаю, Марк Хант бы встал бы, пизды тебе дал нахуй за такие решения. Да, блядь, иди нахуй, Леснер, иди нахуй, иди в жопу, блядь, жирная сволочь, блядь, жирный хуесос. Бля, вот так оно все и было, нахуй, не смотрите этот бой, реально, можно вот на это посмотреть. Но когда меня спросили, говорит, какие прогнозы, Хант или Леснер, я говорю, ну, блядь, Леснер с борьбой заебет, или задушит Ханта, или заебет его борьбой, ну, в итоге заебал. Ну, болевой пошел, не знаю, что это за болевой. Он трется за лупой, блядь, об мое плечо, и, по-моему, просто Хант усорил. Хант в борьбе, блядь, просто днище, он не может вообще ничего сделать. Ура, блядь, кое-как. Давай-ка, давай-ка. На, по сапаточке-то, а? Блядь, а как же я бил? Вот он. Сейчас, я тебе, блядь. Толстопузый, блядь, тебе нахуя. Ну, блядь, Хан тоже не очень страняшка, конечно. О, с колешечки удар нашелся. Да, мувсеты, блядь, у тяжелого веса просто, блядь, смешны. Блядь, ну чуть-чуть бы ты ему коленом навстречу. Ой, нахуй надо, слышишь, там, сейчас так ринг сломаем. Два бегемота, блядь, прыгают тут. Один 140, второй, блядь, 130. Ну хорош, блядь, а. Да, в этой части борьба еще более мерзкая, чем, блядь, в той. Просто отвратительная хуйня. Иди в жопу, дай, блядь, Сука, вот Леснер это пиздец. Вот пиздец вообще, я не знаю. Я надеюсь, что, блядь, следующий бой ему опять с Веласкесом дадут, и он опять пизды получит, говно. Блядь, все. Ах, хуй ты меня задушишь, у меня шейку быка, блядь. О, блядь, вот она рыба-то моей мечты. Вот, блядь, а смотри как нахуй. Давай рефери бой останавливай, ты же любишь в таких ситуациях бои-то останавливать. Ой, Леснару по тыкве, блядь, наприлетало. Блядь, руки короткие, пиздец. Блядь, такой короткой ножкой еще и задрал ему, блядь, в башку. Блять, руки короткие, просто пиздец. Попал, смотри, все-таки. Опа! Что это было, сам не понял. Леснер сам охуел, говорит, что это такое. Блять, хайкик от Марка Ханта смотрится так же естественно, как, блять, голы от сборной России по футболу, блять. То есть что-то, блять, невероятное. Ай, блять, такая. Давай, разрывай нахуй эти клинчи, блядь. Сколько там до конца этого раунда? Пошел в пизду со своей кимурой, ублюдок. Блядь, как будто он умеет ее делать. Ничего он не нахуй в игре. В игре, блядь, сильно льстят Леснеру, потому что он, блядь, в боях, он бык тупой. Вот, блядь, вообще нахуй. Если он пытается делать болевой, по-моему, он обычно не получается. Ну, Марку Ханту он пытался, по-моему, вот как раз кимуру сделать, хуй там плавал. Да иди в жопу, бля, Хант, ну ты бы хоть борьбой позанимался, ну ты ёб твою мать, тебе 42 года. Комментаторы говорят, что ты все лучше и лучше, блядь, с возрастом, как хорошая винишка, блядь. Винишка Марк Хантовская. Блядь, ты встал, чтобы опять вернуться к моим яйцам? Чувак, мы смотримся как два пидора, хорош. Так, нельзя долго в обороне стоять, то... Судья продажный бой становит. Ну оттолкни ты его, дай ему ногой по еблищу. О, ну пиздец, я уже вставать начал. Иди нахуй, уебок. Блять, Леснер такой говнюк. Никогда в рестлинге тебя тоже не любил, чувак. Мне кажется, Леснер только поэтому и рейтинговый есть, что он один из немногих, кто реально из рестлинга в UFC перешел. Перешел бы в Голдберг, все бы больше охуели. Или Скала Джонсон, но, блядь, Скала Джонсон, да, в общем-то, как и Голдберг, они, блядь, в кино ушли. А Леснер пошел пиздец, потому что в кино, естественно, с таким интеллигентным лицом, я не знаю, кого вообще можно играть.
И вот просто вот сам этот прецедент, что он перешел из рестлинга в UFC, и кого-то там вроде даже что-то выигрывать начал, ну причем таких именитых чувачков. И вот, вот это выстрелило, поэтому это рейтинг. То есть. А так сам по себе, блядь, ну хуй знает. И то перешел в UFC, ну блядь, а драться, ну даже не пытается, борется, ну борец, блядь. Ну, я и хуй знаю, еще пусть Курт Ангел, блядь, Курт Энджел перейдет, блядь, в UFC тоже со своей медалью по борьбе, блядь, и заебывает тут всех. Мы все будем рады. Поэтому все, блядь, хотят видеть Макгрегора, он никогда, блядь, борьбой не ебется с этой. Ура. Во втором раунде в UFC 200 у Ханта получалось как-то защищаться от тейкдаунов, и уже казалось было, что сейчас Хант, блядь, Леснера реально поймает на пиздак, и Леснер отъедет обратно в Канаду в горизонтальном положении, но что-то не срослось немножко. Блять, бэкфист, ебать. Прошел бэкфист, и чё? Блять, скорость Марка Ханта, это, блять, вообще отдельный, конечно, разговор. Я не знаю, такой величины скорости нету просто в мире. Это первая, знаете, есть первая космическая, вторая космическая, а у Марка Ханта первая донная и вторая донная. Первая донная, вторая поддонная, блядь. Ай, блядь. А, в этой части нету уклонений. Тут зато есть вот это. Вот этого нет во второй. Либо я не понял, как делать. Вот я переместился, и чего, вы думаете, это мне что-то дало? Да нихуя это не дало. Пидорас, блядь, Брок Леснер, пидорас, вот, блядь, заявляю, сука. В игре, конечно, а то хуй узнай, приедет, мне еще пизды даст. Да ёбаный в рот. Не, ну, блядь, с такой манерой боя я могу сказать, что Леснер может победить, блядь, и Миочича, блядь, и я хуй знает, может, черт дернет до Сантоса победить. Ну, просто, блядь, борцы ебаные могут заебать любого, блядь, вот панчера, нахуй. Любого, блядь, бойца в стойке, блядь, может заебать вот этот ебливый борец, нахуй. Не заборет, не задушит, так по очкам, блядь, затрахает. Знаете, в чем дело? Блять, это пиздец. Ну, конечно, бывают такие ситуации, как он. Вовчанчин, когда вышел с каким-то борцом драться. Тот пошел ему в ноги проходить и случайно налетел ебалом на колешечку. А он говорит, а мы с тренером отрабатывали, мы знали, что этот говнюк будет делать, блядь. Как уебало ему туда. Он, это, наверное, был первый и последний попытка, блядь, прохода в ноги в его жизни. Скажет, нахуй надо. До сих пор скворцы в скворечнике, блядь, кукукают. Блять, у Ханта такие ноги, но, блять, знай, блять, лоу-кики проебашивай, но нихуя он их не делает нормально. Короткие ноги, короткие руки, я не знаю, такой человек может быть вышибалый в баре, блять, но я не знаю, как он. В игре, нет, я ничего не говорю, Марк Хант, блять, в реальности, это, блять, боец, конечно, ветеран, авторитетнейший, там, блять, сильный удар, у него все прекрасно, когда-то было в лучшие годы. Но, блядь, в игре это пупс, нахуй, вообще беспонтовый. В игре он самый, блядь, слабый, я не знаю. У него, блядь, медлительность и короткие руки в игре вообще абсолютно ничем не компенсированы, на мой взгляд. И, блядь, что в этой части, а в следующей вообще пиздец. Но здесь у него рейтинг общий 89, а в следующем вообще там что-то смешное. Блядь, заебал. Бля, воткни меня просто головой в ринг. Чё ты, блядь, пытаешься? Как он Рендлман Федю бросил, так же меня ёбни об пол, да и всё, блядь. Хант не Фёдор, Хант после такого уже сука, а только не Меликану, иди нахер. Борись, блядь. Сука, Хант уже кровью стекает, как хрюшка какая-то на скотобойне. Блядь, смотри, что Леснер делает. В своих красных труселях манит меня, манит. Он что, меня за лупой душит? Смотрите, удушение за лупой. Пиздец, пиздец. Да, но я говорю, что по статистике в этом матче вот Хант, он, блядь, абсолютно аутсайдер. Он, ну, я сегодня вообще играю пацанами, которые, бля, все задушил. А, хуй, ничего не задушил. В больничку сейчас получать будешь, блядь. Москву смотреть будем. Вот, по статистике, что Кармье лучше Андерсона, что здесь? 92 у Леснера, 86, что ли, блядь, у этого Ханта. И 89.
Ну, кто играл, тот, я думаю, блядь, пиздеть не будет, что... Давай, блядь, ну хуй там, конечно, да, дзюдоист. Маркхан дзюдоист, это, блядь, что-то было бы, что-то совсем было бы, что-то новое. Я не знаю, вот, блядь, по-моему, нету... Нет такого бойца в UFC, которого можно Марком Хантом победить. Да, я закончил таким мясистым лоу-киком. Надеюсь, завтра ты ползком поссать будешь ходить, горилла. Блять, мне интересно, вот неужели Брок Леснер как-то проходит допинг-тесты? Вот каким хуем он это делает? На пару с Уверимом, блять. Это, то есть там, да, натуральные пацаны. Вот прям смотрю, вижу, он такой натуральный спрёт. Хотя Уверим, блять, всегда был такой накачанный. Вот, вот он, блять, мезоморф, наверное, от природы. Вот. Если посмотреть на его ранние годы, он там вообще такой... Он не такая горилла, он там стройненький такой, но, блядь, рельефный пиздец. Длинные конечности у него были. Вообще он, по-моему, по молодости лучше дрался, чем когда уже стал звездой, блядь, пиздецкой величины. Он как-то, блядь, поизобретательнее был, что ли. Сейчас что-то, блядь, смотришь, как Уверим дерется, там, не знаю, пропустит в голову, в бороду и давай бегать по рингу, пиздец. К противнику поворачивается спиной и бежит. Это что за хуйня вообще? На, нахуй сейчас эти, блядь. Давай, Хант, надо... Блядь, Хант живучий, конечно, блядь. А кто тут не живучий-то? Охуенная связка, блядь. Блядь, там с коленочки не прошло ли в бороденочку, а? Надо, блядь, третий раунд забирать, Хант, давай. Мы еще можем, блядь, на нищу. Пошел нахуй, гандон. Что-то попадаю. Бля, в этой части так выносливость быстро. Да Леснер в жизни так не прыгает. Чё вы хуйню несете? Где они взяли этот удар, блядь? У Кейна Веласкес... Кейн Веласкес порадовал, блядь, на UFC 200. У Кейна Веласкес завез себе новый перк. Он, блядь, теперь бьет удар с разворота ногой. Ну, конечно, довольно своеобразный мимо в основном, блядь. Два раза пытался, два раза... А, один раз в блок попал, один раз вообще мимо. Ну, видать, только научился его бить, поэтому еще не понял, в каких ситуациях надо это делать. Ой, блядь! Сука, у Леснера, блядь, мозгов, наверное, там как... Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! На, сука, на! Вот так надо было драться! Все, доборолся! Иди, бля, маму твою борол! Вот он, пупс, тихо, стенки не сломай! Пупс, блядь, пупс, вот он, пупс, да, вот, пальцем жопу ему порвал, пальцем, блядь. О, сука, да, блядь, давайте посмотрим, как это было. Вон, смотрите, сколько краснодарского налилось, набрызгало прям. Ну, это, по-моему, кровище Марка Ханта, который, с которого, а, ну, не, вытерли, смотрите, не так много крови стало. Правый, правый, левый, там где зубы-то вылетели, я уже и капы-то у него во рту не вижу, смотрите. Ой, 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 на, ой, отлично, набрызгал, все, ёпта, иди подмышки брей, лох. Вот так должен был быть этот бой кончиться, вот так он должен был кончиться, когда я видел, что Леснер, блядь, посмотрите, какой бык здоровый, чё ты ссышь-то, блядь. Когда Леснер вышел в ринг, Марк Хант, такое ощущение, что в два раза меньше. Я думал, сейчас, блядь, Брок Леснер его замесит там, я не знаю, ну или хотя бы бороться будет как-то, блядь, активно, но это был пиздец. Это был вообще не бой. Фотка с какими-то неграми, видимо, это местная крышующая банда. А чё они палец показывают, как дагестанцы, я не знаю. Косплей. Но я вот говорю, что это был первый раз, когда Хант, я Хантом вообще кого-то смог одолеть. И, ну, я не то чтобы часто пытался, но я помню, что Марк Хант, у него там пушечный удар, все такое. Я пару раз пытался им сыграть, и это был какой-то позор. Но в этой части Марк Хант еще более опечален, хотя ему, по-моему, добавили мощность удара. Да, и скорость кастрировали. 58-59. Видите, left hand, power hand. 99 удар с руки. 99 с ноги, блядь, с левой, с правой 96, то есть, ну, достаточно убойнейший он здесь, но в целом 88, потому что вот в клинче, блядь, он днище, в борьбе почему-то 82, хотя он в борьбе днище еще больше. Давайте, блядь, чтобы бой был абсолютно абсурдным, представим, ну, это вообще такой бой был, по-моему, со Струве, блядь, пусть он дерется.
У этого удары послабее и такие же медленные, но у него, блядь, длинные конечности. Да, про сложность 3 раунда. Давай, поехали. Вот сейчас, сейчас я говорю, вот посмотрите просто, что Марк Хант сейчас будет просто унижен. Я наоборот как-то раз играл за Струве против Марка Ханта, вот в эту во вторую часть отпиздёхал его примерно секунд за 30. Просто издалека его обстреливаешь, и все. Хант не в состоянии дать сдачи Струве в этом игре, потому что он не достает. Струва. Я думаю, ну, комментатор, по-моему, Струва, блядь. Ну, не всегда грамотный комментатор. Стефан Струв, окей. Что, наверное, перевод как «стоящий член», судя по тому. Я вот... Есть у нас в России фильм про член, который сбежал от своего хозяина, от человека. Очень похож внешне. Вот, посмотрите, блядь. 2.13 рост Струва. У Марка Ханта, по-моему, даже там, ну, что-то 180 там максимум, по-моему, я вот точно не помню. Ну как бодренько Марк Хант пошел. Ой, блядь, хайкики. Не, ну хайкики в реале, блядь, от Марка Ханта это... как фейерверк, блядь, раз в год на праздники, блядь. Вот видите, вот каждый второй удар просто, блядь, не достает. Потому что... Ой, блядь, ну как так, нахуй? Ты Мое жирное пузо невозможно... О, блядь, задрал. Мое жир... Охуенные удары, блядь, ты тихо, ты убьешь еще, блядь. Блядь. Надо сосредоточиться ему, надо ему, блять, Марк Хант, знаете, вот эта груша пневматическая, когда, ну, на ней боксеры, короче, когда, ну, кто не знает, это вот это, когда они быстро-быстро бьют, вот она подвешена на платформе, пневмогруша. Вот Марк Хант может также яйца Струвы, блять, боксировать. А Струв может просто писькой по лбу Марка Ханта нокаутировать, потому что, блять, ну, реально, Струв может Ханту рост за лупой мерить, ну, что за говно. Хант ему может стоя сделать при желании. Блять. Короткие руки, заебали короткие руки, блять. Блять, ну посмотрите, не достаю, блять. А он у меня просто ногами длинными своими хуячит. Блять, ну да, Струв боец, это, конечно, пиздец. Почему, блять, компьютеры постоянно, сука, борются, блять? Вот кого не поставишь компьютер, даже Макгрегором, блядь, будет играть, будет бороться, заебало. Брюсом Ли будет бороться, ну мы видели, блядь, я играл уже. Борющийся Брюс Ли, это, блядь, я просто пиздец. Наверное, если бы я купил предзаказ, у меня был бы разблокирован Майк Тайсон бы охуенные болевые делал. Охуенный болевой на ухо он, в принципе, один раз сделал. Эвандеру Холифилду. Я представляю, если бы Тайсон тогда с Кличко дрался, блядь. Он что тогда психанул, что Холифилд вяжет, блядь, не дают нахуй драться нормально, не дают, блядь, бой показывать. Блядь, ну вот... Он и в половину не так заебывал, как, блядь, Кличко по ветке, ну, по-моему. Амбар, блядь. Уйди ты нахуй, я не буду трогать твои яйца даже локтем. Ну, блядь, ну ебаный, вырвись ты нахуй, Хан, ты заебал, ну пиздец. Давай, груша, блядь, перуанская, ну ты можешь, блядь, хоть что-нибудь, блядь, пиздец. Сука, Струв по мне лазит, как я по своей бывшей, реально. И так перевернул, заебал. А, блядь, мы встали, отлично. Все, давай, брейк, ура. Естественно, выносливость всю потратил я, блядь. Хитрый компьютер видит, что у меня уже нету. И давай, брейк, давай клинч разрывай. Блядь. Охуенно. Лоу-кики от Ханта, блядь, это как... Панчлайны от Ларина, блядь, что-то нахуй совсем не смешное. Пиздец, ну посмотрите. Вот посмотрите, длинную, вот у Ханта маленькая нога, рычаг, блядь, весит дохуя, тяжелая. Блядь, два лоу-кика и Струв должен, блядь, калекой стать просто, не знаю, у него нога должна отстегнуться. Но нихуя, блядь. Блядь, а если Хант бьет в голову, то это почему-то одни апперкоты. Вот так вот с колена Струв прилетит один раз. Ебаный в рот. Хан, ты хорош в голову пропускать, там экипаж волнуется. Да, вот обратите внимание, что во второй части очень быстро, на этой же сложности очень быстро краснели ноги, корпус очень быстро краснел.
А здесь вообще похуй. Ничего не краснеет. Только у Ханта вот от... Когда блоки ставишь, тогда руки, да, руки отбиваются. Но это ну да, пиздец. Он просто ждет, когда я, блядь, попытаюсь вырваться, и тут же бьет, пидорас. Расскажи-ка мне, дружок, часом ты не пидорок? Ох, как, по-моему, сейчас Марк Хант его подсадил на шишку. Блядь. Настру, блядь, это пиздец. Иди нахуй. Иди нахуй. Давай, шоколадный, ворочайся, блядь. Сливочный батончик не должен победить, блядь. Давай, что-нибудь делай, нахуй, вырывайся. Ну сколько можно-то? Одно радует, что сейчас... О, вот это пиздец положение. Одно радует, что раунд-то сейчас кончится. Да, у Струва что-то сил в ручонках вообще нет. Он не может задушить бычью шею Ханта. Да, ёб твою мать. Слезай, все, свисток, блядь, хватит ты порнухой заниматься, говноед. Да, вот длина конечности, я вот говорю, просто Ханту не дает нормально драться в этой части. Да, и в прошлой-то сложновато. Но здесь она, конечно, в бою с этим типом вообще абсурднейшая. Пиздец, смотрите, он просто прыгает назад. У меня ни ногой не достать, ни рукой не достать. Блять. Может его завалить? Да нахуй, он в борьбе Ханта переборет здесь. Смысл-то? Болевые Хантам делать бесполезно, надо валить и пиздить его, но это Хан тоже не очень. Тот сразу перевернется после. Блять, я думал, это в голову серия. Ой, попало. Ой, что-то там влетело, да, в бороденку. Ой, блять. Ой, бля, вообще увернулся, как бог, просто как бог. Блять. Бля, вообще не достаю. Ой. He certainly has done a really good job of landing big shots in this fight, and that's what so far is getting him ahead on the scorecards. Не, мне кажется, некоторые бойцы тут просто багнутые, надо какой-то фикс выпускать. Вот посмотрите на Струва, сколько он там. Надо выпускать патч, ослаблять всем ноги. Ну серьезно, нахуй. У Марка Ханта вот в таком бою был бы один шанс лоу-киков накидать, мне кажется. Но, блядь, этого шанса его тут отняли. Лишили просто, ограбили. Блядь. Пизда вообще полная. Я ничего не могу сделать. Откуда у Струв такая скорость, блядь? Длинный никогда не бывает быстрыми. Я по себе знаю, я вообще, блядь. Ну вот. Вот, двоечка какая-то. Блять, это как Рокки, когда дрался с Тандерлипсом. Там... Иди нахуй. Давай в тайский переведем и читанем ему в голову. Блять, сейчас он мне читанет в голову, нет. Как он, блядь, любит обнимашки. О, да, я знаю зачем. Давай, засаживай. Давай, поплюй только хотя бы, ну. Все, хуй тебе. Без любви не дам, говорит Марк Хант. Бля, судья, помоги, ну видишь же, бой говно затягивается. Помоги его пизданиму по затылку, пока никто не видит. Ой, Хант напропускал, ой, блядь. Блядь, ну лоу-кики у Ханта это пиздец, вы посмотрите на эту скорость. Ну посмотрите вот на это. Реально, в два раза быстрее бьет длинный хуй. О, неужели мы там что-то ему органы какие-то повредили? Я уже думал, у него их нет. Охуенно, блядь, вообще. Это была лучшая атака в истории UFC. Ну, Ханта просто как свинью здесь забивает. Ну вот, что-то, блядь, влетели какие-то случайные удары. Но обратите внимание, что Струф, он, блядь, порозовел только от них. Там о том, чтобы загнуться от таких ударов, даже речь-то не идет. Причем уже и бэкфисты были, блядь, и... С колена, блядь, в пузо, бесполезно.
Блядь, нихуя он назад отлетает. На своих, блядь, ходулях. Заебал, стой ровно, нахуй. Если бы в ринге дрались, его бы хоть можно было в угол загнать. А в этом ебаном октагоне без пальцев. Блядь, пиздец, ну говорю. Вот просто достаточно ему просто достаточно назад пятиться, и Марк Хант вообще доставать не будет. Хуй тебе, блядь. Я уж молчу о том, как он идеально блокирует все удары. В принципе, Хант такой, блядь, быстрый, что... Хотя он весь, он в подтеках, у него даже ноги в гематомах, но ну похеру. О, нога у Ханта быстрее отсохла. Парадокс, блядь. Как такую кеглю можно вообще отбить? Струф пытался добить, но уже вынул... Блядь. Ну вот таким ударом попал бы. Да, он типа подхватил, но на самом деле... Но он, блядь, победит по очкам только по тейкдаунам, что он заебал перевод. Не, ну он еще ударов нанес три раза больше. У Ханта один шанс в моем исполнении, только, блядь, нокаутировать его случайной плюхой. Бороться даже пытаться не буду. Иди нахуй с ним приветствиями, я тебя не уважаю, гандон. Да. Leg kicks continue to be a key factor. His leg kicks have been very accurate and devastating. Хан замахивается, а тот бьет в этот момент, пиздец. Another good strike. Quick jab. Oh, another nasty leg kick. Manny's timing his kicks well. Давай, поросенок, вставай. Нуф-нуф, блять. Пиздец, ой, ебаный в рот. Охуеть. И пузо, и, блядь, дико терья тебя, блядь, заебу борьбой. Наглая тварь. Иу-иу, блядь. Удары Марка Ханта далеки от цели, так же, как, блядь, сборная России от успеха, блядь. Все, пиздец, Марк Ханта пиздюль. Но, говорю, просто забили. Просто издалека запинал, блядь. Вот просто нахуй я не понимаю, как играть Марком Хантом, блядь, в этой игре. Настолько медленный, блядь, настолько у него руки короткие, что ну пиздец. Но хуже тут, наверное, вообще. Блядь, он что, меня пальцем в горло нокаутировал? Так можно, что ли? Смотрите, реально, пальцем в горло. Ну, там, наверное, мне ногтями, блядь, артерию вскрыл какую-то. Проверьте у него педикюр, блядь. Блять, охуенная камера, чё мне с неё пока... Блять, так драматично Хант сейчас падал, что можно было, блядь, не знаю, музыку включить из телохранителя. Или из этого, из профессионала. Хуйня полная, но... Fight Statistics. Ну, блять, да. Всего ударов Марк Хант якобы нанес 264, но из них попал всего 81. Вы понимаете, насколько он уебищен здесь? Блять, этот 180, этот, блять, реально попал на 100 ударов больше, чем, блять, на 100 ударов больше, чем Марк Хант. Он попал просто потому, что у него руки длинные, а Хант просто, блять, не достает нихуя. Ну и по эффективным ударам тоже, собственно, в два раза перевес. Да. Даже если бы мы дотянули до очков, там, тейкдауны все на его стороне, да. Вот Марк Хант, блядь, вот он вообще никакущий, короче. Ну и в бою с Лекснаром он тоже был просто никакущий. Бороться он не умеет, бороться он не может, а Лекснар, блядь, сыкует драться. Поэтому UFC 200, блядь, в плане зрелищности, ну, был немножко говнецо, скажем так. В общем, на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и все такое. Да, хуй тебя, не пятюня. Вон, один единственный вьетнамец тебе 5 дал, но только он тебя уважает.